Всем доброе утро! Готовим завтрак. У меня сегодня будут шампиньоны. Опять с луком, с грудинкой и залитые яйцом. Схема повторяется, но это вкусно. Сразу все нарезаем, чтобы было все быстро. Это у меня кинза. Можно взять петрушку, можно взять укроп, а можно ничего не брать. Это у меня сыр еще то ли моцарелла, то ли сулугуни остался. Сегодня почти без мяса. И вот ушло 3 минуты, наверное. Сейчас включаю плиту. Так, наливаю масло оливковое. По сути, оно не должно гореть, потому что у него выше температура нагрева, чем в других маслах, например, подсолнечном. Так, сразу отправляю лук. И следом грибы. Взбиваю 2 яйца. Разбалтываю. Присаливаю. Так, грибочек тоже надо присолить. Теперь отправляю грудинку. Грудинка чуть-чуть поджарилась и достаточно. У нее будет аромат офигенный. Мы ее снимаем. Теперь заливаем все яйцом. Накрываем крышечкой и приподнимаем, чтобы жидкая часть яйца слилась вот туда. Рублю чесночинку, посыпаю чесночком. Прикрываю сыром. Присыпаю сыром. Теперь отправляю свою грудинку. Присыпаю кинзой. И накрываю крышкой до готовности. И наш завтрак готов. Осталось только переложить на тарелочку. Но разве это не прелесть? Быстро и вкусно и полезно. У нас здесь грибы, это клетчатка, чуть-чуть жира, в яйце тоже немного жира и белок. Все как положено, как доктор прописал. Всем приятного!